Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал «Футбол – это жизнь», и мы продолжаем делать прогнозы на матчи чемпионата мира 2022 года. Матч между сборной Камеруном и сборной Бразилией. Обязательно пишите в комментариях ваш прогноз на эту игру. Интересно будет потом почитать и сверить с реальными результатами. Какие у нас исходы в группе G в заключительном третьем матче, тем более для вот таких команд, как сборная Бразилия и сборная Камерун? Бразильцы выиграли 2 матча из 2, у них 6 очков, они уже точно в раунде плей-офф. При должном исходе бразильцы могут еще и на вторую строчку попасть, если Швейцария обыграет сборную Сербии, Бразилия проиграет Камеруну, и Швейцария лишь только по лучшей разнице мячей может выйти с первого места. Камеруну нужно выигрывать сборную Бразилии и надеяться на то, что Сербия обыграет Швейцарию. Тогда у Камеруна будет 4 очка, и они выйдут лишь со второго места. То есть вот это вот задача максимум для африканской сборной. Но мы уже видим, что на первых минутах бразильцы быстро забили гол, продолжают дальше штурм ворот, зная даже, что бразильцы уже точно в плей-офф. Они продолжают показывать красивый футбол, Джога Бониту, как у них это называется, и радовать своей игрой болельщиков, фанатов по всему миру. Потому что не только бразильцы болеют за эту сборную, но и многие и детишки, и взрослые уже люди, которые вдохновились, наверное, еще выступлениями Рональдиньо, Роналдо, Зубастика. Очень много было классных футболистов в сборной Бразилии. Но вот теперь, так сказать, новое поколение, которое действительно что-то вот может выиграть, мне кажется, именно на этом мундиале. Состав у них бомбовый, поэтому все может получиться. Но вот мы видим, как со штрафного еще пропускает сборная Бразилии. Абубакар забивает. И с 0-2 Камерун делает счет 2-2. Интересная развязка во втором тайме. И вот так вот еще Эрик Шупомотинг забивает. Как многие говорили, да он только в Баварии может, либо в топовых командах, где у него топовые партнеры. Ну вот, за сборную Камеруна он тоже забивает в очень важной игре, выводит вперед сборную Камеруна, проигрывая 0-2. Камерун переломил ход событий, ход встречи и забил 3 мяча подряд. Вот как-то так, но мы видим, что Бразилия бежит в атаку. Габи Жезус забивает, отлично он старт сезона выдал в Арсенале, сравнивает счет, и итог матча 3-3. Друзья, всем спасибо большое за просмотр, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые ролики и стримы. С вами был Андрей и канал «Футбол – это жизнь». До новых встреч, друзья, всем до свидания.